Всем здравствуйте, с вами ММ Атме. Сегодня хотелось бы разобрать поединок между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Поехали. На очереди Хамзат. Какие преимущества у него над Камару? Первая борьба, второе антропометрия. Хамзат выше Камару на 5 сантиметров, а у Камару размах рук больше на все те же 5 сантиметров. Хамзат очень силен физически, да и дух у него хороший, показал он нам его в бою с Гилбертом, сколько раз бы ни падал Хамзат, он вставал и продолжал идти в размен, тут то и скрывается опасность Камару. Очень сильные руки, если в размене Камару попадет точно в челюсть, на этом может все и закончиться. Но не стоит забывать о том, как Хамзат когда падал грамотно переводил Бернса на канвас, из-за чего не давал себя толком добить. Плюсом для Чимаева идет его голод. Голод к победам, он молодой, и провел всего 6 боев за 3 года в UFC. А тут ему дают крупный бой в родном среднем весе, против бойца, у которого титульных боев больше, чем у Чимаева в UFC, но Камару на спаде, плюс у него проблемы с ногами, да и бой будет в непривычной весовой для него. Хамзат будет явно больше, и кардио в родном весе будет лучше, чем в бою с Дурини, но стоит учитывать опыт Камару, к которому мы скоро перейдем. Камару последние бои только и делает, что играет в ударочку, но фраера наказал Леон, а он все равно во втором бою лез в ударку, и позабыл свои навыки, так что даже Эдвардс его перевел. Чимаев будет доминировать в борьбе, плюс 1 балл Хамзату за борьбу, еще плюс 1 за антропометрию и еще 1 за его стойкость. Давайте заберем Камару. Теперь переходим к Камару. Тут все очевидно, бро на спаде. Травмы и забытые навыки дадут о себе знать в бою, я не знаю, только опыт и сила в ударе спасает его безнадегу. Кардио и ментальная составляющая 1-1, бой будет в Абу-Даби, соответственно публика на его стороне, про кардио 50-50, другой в родном весе, но не проходил 5 раундов, а другой на спаде и в последних 5 раундовых боях, это третий бой с Рокки, бро уже задышал, так что 1-1. Ударка соответственно за Камару, хоть там и двойка, джоб, хук, но длинная сила рук даст о себе знать. Как же будет проходить сам бой, даже не знаю, либо мы увидим сытого Камару, вышедшего за чеком, и собранного Чимаева, либо оба выйдут собранными и будут биться до последнего. Скорее всего будет размен, в котором один из двоих упадет, а дальше партер. Тут в 70% будет решение. Я бы все-таки ставил на более молодого и голодного до побед Хамзата. Всем спасибо за просмотр, а также напишите свое мнение в комментариях по поводу боя и новой рубрики.